ожидал, что соперник будет так хорошо защищаться в партере. И самый сложный бой был. Ну, сложно было, но очень было сложно подготовиться именно морально, настроиться, подрабатывался дома. Всегда думал, да это легко. До этого дрался просто как раз в Питере, и там было вообще все шикарно, потому что гостиница, зал, поспал, погонял, попарился, все в одном здании, тут дома семья, родители, друзья, все звонят, тебя контролируют, ты в туалет не можешь сходить нормально, тебе звонят, ты где, ты как у тебя, сколько килограмм, все встречают на улице, а сколько тебе согнать, а что, а ты готов, ты его ведешь, думаешь, а готов я, а сгоню ли я вес? А там ты просто не заморачиваешься, пришел, погонял, пришел, отдохнул там. С самого начала план на бой был контролировать, валить или это уже потом? Был план на бой залежать его. Залежать? Да. Как бы я не являюсь ярким представителем ударки, да и борьбы тоже так везде по чуть-чуть нахватался. Просто залежал и все, то есть, как пошло. Пытался, а то пару раз попал бы ему хорошо внизу, но не получилось развить. У тебя один из самых опытных тренеров вообще ММА в России, Венев Галиев. Ну, он очень строгий, как известно, честно говоря, часто ругается. Все, вот если вы говорите, что Венера строгий, значит вы Венера вообще не знаете. Венера — это самый лояльный тренер, что я знаю. Вот. Никогда не ругается, никогда ничего не навязывает. Тут просто тяжело, да, спорить с человеком, который, ты говоришь, делай так, нет, делай так, нет. Ну ладно, идет сам, делает и выигрывает. Как, что ты как поспоришь, когда ты делаешь? Нет! Ты такой прям позитивный, весь майн постоянно. Некоторые бойцы выходят, у них там на лице написано, я вас сейчас убью, у тебя какой настрой перед боем вообще? В последнее время нету эмоций просто, как минимум. Как-то, как не знаю, ты уже стала работать. Просто стало обычно, что ты вот работаешь репортером, ты же не ходишь, такой, я репортер, весь репортер, приходишь, делаешь свою работу, так же я уже делаю свою работу. Ненавидеть соперника, кого-то не любить, это лишнее. И последний вопрос, это твоя вторая победа после выигрыша Джиу-Джитсу. Что изменилось в корне подготовки? Какие-то прям сильные моменты? Джо Рикса — это вообще отдельная история в моей биографии, человек, который выиграл меня. У меня были проблемы со здоровьем, были проблемы всякие. И я дрался не только с Риксом, а еще и с своими проблемами. Плюс я перегорел. Просто человек — чемпион Беллатра, чемпион Вэка, чемпион Трэйфорс. Очень опытный, просто выиграл меня на классе. Я не держу на него зла, он просто мужчина, настоящий профессионал, его семья, он был лучше меня в тот день. Предложит реванш. Не предложат, я дерусь не для того, чтобы что-то доказать Рикса, я дерусь ради денег, ради карьеры, ради своей семьи. Спасибо, удачи тебе в будущем.